Буровая компания «Оазис». Бурение скважин, видеодиагностика, ремонт и чистка, инженерно-геологические изыскания. Гарантия не менее 5 лет. «Оазис». Первоуральск, улица Серова, 3А. В настоящее время на автодороге Пермь-Екатеринбург ведется масштабная реконструкция, в связи с чем на 317-м километре вышеуказанной автодороги установлено реверсированное движение, установлен светофор, в результате чего происходит скопление автотранспорта на указанной автодороге. Альтернативным объездом данного участка пути является Старомосковский тракт через село Новоалексеевку в город Первоуральск. Ежедневно сотрудниками госавтоинспекции проводится работа по ручному регулированию перекрестка, расположенного в поселке Талица. Также на автодороге Пермь-Екатеринбург 322-м километре предусмотрена разворотная петля по направлению в город Екатеринбург. С целью стабилизации дорожной обстановки и уменьшения заторовых ситуаций госавтоинспекции собственнику автодорог направлено информационное письмо для увеличения фаз поворота на село Новоалексеевку. В настоящее время с 6 до 10 часов утра выезд из города в сторону поселка Новоалексеевка составляет 90 секунд, въезд в город составляет 45 секунд. С 10 часов до 16 часов выезд из города в сторону поселка Новоалексеевка составляет 50 секунд, въезд в город 90 секунд. С 17 часов до 23 часов выезд из города в сторону поселка Новоалексеевка составляет 40 секунд, въезд в город составляет 100 секунд. На въезде в город при максимальном цикле 100 секунд транспортная способность составляет 45-55 транспортных средств при учете состава транспортных средств. Значит, при поступлении информации о длительных заторовых ситуациях на перекресток выставляется наряд госавтоинспекции, который регулирует дорожное движение в ручном режиме.